Значит, вы хотите знать мнение Черной Бороды? Может ли новый капитан дать вам веселую жизнь, походы и добычу? Да. Из всех джентльменов удачи, поднимавших паруса в Вест-Индии, он один из самых хитроумных. Было время, я считал себя бичом божьим в этих водах. Но этот человек просто живет бурей и бедой. Я видел, как он один вырезал всех на испанском галеоне. Да, он сражался как бес, как сам дьявол. А еще он хитер. Он знает все здешние берега, как свои пять пальцев. Если вы охотники за удачей, Эдвард Кенуэй – ваш капитан. Только не суйте нос в его дела. Он хранит множество тайн. О них и я боюсь спрашивать. Прохождение номер один будет. Прекраснейшие игры Assassin's Creed 4. Ну да, чуть поиграл. Как-нибудь на следующем стриме, может, там побуду. Entertainment для исследований памяти предков. Если возникнут вопросы по работе в консоли Анимуса, пожалуйста, свяжитесь с руководителем вашего проекта Мелани Лемей. Вы стали участником проекта «Образец 17». Ваш объект – Эдвард Джеймс Кенуэй. Дата рождения – 10 марта 1693 года. Суонси, Уэльс. Отладка окончена. Показатели в норме. Системы работают. Экстра-нейротрансмиттеры включены. То, что было после стрима, мне просто нет, когда вырубил все. И вот, короче, продолжим. Волшебная Гавана. Я тут уже бывал. Неизгладимые впечатления. Знакомые лица? Нет, хочу казаться дружелюбным. Не дай бог снова примут за пирата. Верно. Преступникам вроде вас нужно быть начеку. Совсем недавно Англия с Испанией вели войну. А теперь я торгую с испанцами, как с братьями. Что-то не так? Нет, пустяки, камень в сапоге. А где тут лучшие койки? Я бы сейчас вздремнул. Скажем, пару часов. Я тут собираюсь в один трактир встретиться с купцами. Могу проводить. Ведите же! Надеюсь, вы дождетесь конца моей встречи. Столь внушительный человек рядом был бы большим подспорьем. На случай недопониманий. Ладно, подожду. Выпью чего-нибудь. Отлично, выпейте. Ну, пиратов здесь не жалуют, верно? Это сколько ж надо было награбить, чтобы угодить сюда?
пола, леди. Вы близко знаете этих дам? Нет. За близкое знакомство они берут деньги. Несколько десятков реалов в час. Интересует? Нет, что вы правы. Я ведь женат. Потому и предлагаю. Вот, здесь можно приобрести личное оружие. Мне тоже нужен клинок, Дункан, такой, как ваш. Эта ржавчина ничего не стоит. Все же рядом с вами я выгляжу слабым котенком. Мне бы хоть небольшой кинжал. Взглянем, что продает. Может, и мне купить клинок? Будем воевать вместе? О, хорошая парочка. Братья-близнецы. Одолжите пару реалов. Как-никак я вас спас. А, да, конечно. Спасибо. Английский. Понял. Уже не хватает. Ну, вот пьют. Этот мне в самый раз. А у вас как? Мне хватило лишь на маленький ножичек. Но и вам сгодится. О, черт возьми. Похоже, мы заблудились, Дункан. Ничего, что-нибудь придумаем. А что мы ищем? Ну, таверну с внутренним двором. Боже мой, какой вы ловкий. Каждый палец как крючок. Так можно отличить моряка. Да, неплохо сказано. Где ему? Да. 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 Кажется, приметил. Мы близко. Держитесь! Отчистил меня! Боже, что теперь будет? Не могу дышать! Сердце. Стой! Или я тебе колени переломаю! Женщина, простите. Я рядом, гаденыш! А вот и я! Ты в гавани не скроешься! Join the heave to! Не в тот карман ты полез. Расхлебывай последствия. Да за что? Дункан, слава богу, вы живы. Разумеется, это так, отребье. Да уж. А, мы на месте. Не спешите, я буду тут. Приятно встретить валийца в стране Даго. Сам из Англии. Коротаю время до следующей войны. Повезло Георгу. Такой подлец ходит под его флагом. Эй! Олух! Твое лицо мне знакомо. Ты ж водишь дружбу с пиратами в Нассау. Замолчи, не то набью тебе рот свинцом. Эдвард, так ведь? Поганец! Я предупреждал! Ой! Ой! Хотите драки? Будет вам драка! Ну же, сюда! Сейчас проверим вашу силу! Победа!
Ой. Я найду вас! Перро инглес! Соточка. Ба. Окей, окей, окей. Вот черт! А, понял. Пират Кенуэль! Капитан Кенуэль! Ha perdido el juicio por... ¿Por qué ha venido eso? ¡Ey! ¡Borra! Вот черт! Капитан Кенуэль! Отстала! А вы опомнитесь, ребятки, что же вы как взбесились-то, а? Выручили, сэр. За Джеком не пропадет. А, угу. Если бы я не покупал вот эти английские... У меня были деньги. Нормальные.
Ну ок. Не, мне сюда. Maldigo el día en que... ¿Por qué siempre? Un momento. No pienso que quizá lo esté oyendo. Maldita sea mi suerte. Debo huir. Ой-ой-ой, чё тут? Эдвард, топчик. Ага. Прям без стычек. Боже, на пол кеса, прям офигенно. Ну, без стычек, это прям капец. Так бы были бы сейчас пистолеты, бабах, всё. Блин. Что? Без меня, пожалуйста. Заставлял бежать, даже не знаю. Так, а где второй тут? А, вот он. Чё, без боеприпасов, ну ок. Enough of your breathing!
или нет. Они тяжелые. Si le interesa, estoy aquí casi siempre. Justo ходит за ним следом. Легко быть душкой. Lo siento. Necesito ayuda. Ni cago por el chico de miedo. No te dejaremos escapar. Ni cago. No soy una amenaza. Yo no tengo nada que ver. Оружие надо. О. Ayuda, Jaco. Socorro. Да нет. No tienes escapatoria. Amigo mío, te tengo encañonado. Вот. No lo pienso perder. No te dejaremos escapar. No lo pienso perder. А нож куда делся? Listo para abrir fuego. Это